Приветствую всех и вся YouTube. В данном видео я расскажу, что такое клеймо жертвы из аниме и манги Берсерк. Вы узнаете, кому оно присваивается, для чего и можно ли избавиться от этой дьявольской отметины. Ну а перед началом прошу поставить лайк и подписаться на канал, пишите комментарии, все эти действия очень важны для продвижения видео по пищевой цепочке YouTube. Клеймо жертвы – это отличительный знак, которым клеймят человека или группу людей. Они были выбраны для принесения в жертву для длани Господа человеком, который когда-то дорожил или любил этих людей. Все это делается для того, чтобы стать апостолом или ангелом руки Бога. Все это зависит от вида бихелита. Если он обычный, то для становления апостолом достаточно одного-двух человек. Но для того, чтобы стать ангелом, этого недостаточно, и нужно нечто большее. Пример Гриффита очень нагляден. Его жертвой, которую он принес, стал его отряд. Все члены отряда Ястреба, которые были в промежутке, получили клеймо жертвы. С этого момента для завершения обряда жертвоприношения клейменных должны съесть апостолы и другие существа, обитающие в астральном мире. Жизненная энергия заклейменных до последней капли крови принадлежит ангелу Длани Господа. За раздачу и присвоение этих дьявольских отметин отвечает самый древний член Длани Господа по имени Войд. Клеймо наносится на разные части тела жертвы, его нельзя снять или вырезать. Можно лишь ненадолго заглушить от взора астральных тварей, и то с помощью магии и специальных печатей. Гац и Каска – единственные, кому удалось выжить. Остальных обреченных обычно сразу жестоко убивают апостолы. Однако и жизнью это тяжело назвать. Заклейменный человек будет существовать в промежутке физического и астрального миров. Клеймо привлекает чудовищ любого рода, от почти безвредных инкубов, навеивающих ночные кошмары, до самых опасных апостолов, которые обязательно попытаются завершить начатое, а точнее убить заклейменного. Носители клейма несут в себе опасность и для окружающих себя людей. Где проходит носитель клейма, туда слетаются демоны и просыпаются давно спавшие духи, и их жертвами с легкостью могут стать обычные люди, имевшие несчастье всего лишь оказаться рядом с заклейменным человеком. В присутствии обитателей астрального мира клеймо начинает болеть и кровоточить. При этом, чем опаснее приближающийся демон, тем сильнее реакция на него. Мелкие призраки вызывают лишь небольшое раздражение клейма, тогда как присутствие апостолов или монстров, подобных морскому богу, приводит к обильному кровотечению и невыносимой боли. Также есть особые места, куда астральным существам закрыта дорога, и где заклейменные находятся в безопасности, обычно на тех землях когда-то давно обитали эльфы, следы которых оберегают данные места от вторжения. На сегодня у меня все. Понравился видос и ты узнал что-то новое? Смело ставь свой бихелитовый лайк и подписывайся на канал. Пиши комментарий, обязательно глянь другие видео по вселенной Берсерка на моем канале. И помните, что именно ваша активность и поддержка мотивирует меня делать новые видео. Спасибо за просмотр, всем удачи и пока!